Сергей Михалков, «Котята». Вы послушайте, ребята, я хочу вам рассказать. Родились у нас котята, их по счету ровно 5. Мы решали, мы гадали, как же нам котят назвать. Наконец мы их назвали. 1, 2, 3, 4, 5. Раз котенок самый белый, 2 котенок самый смелый, 3 котенок самый умный, а 4 самый шумный. 5 похож на 3 и 2, те же хвост и голова, те же пятнышки на спинке, также спит весь день в корзинке. Хороши у нас котята! 1, 2, 3, 4, 5. Заходите к нам, ребята, посмотреть и посчитать.